Всем привет, ребят, с вами Анирели. Давайте пройдем второй челлендж. Я его, так получилось, уже прошла, но когда посмотрела на запись, оказалось, что там сильно испорчен звук, он почему-то скрипел. Так что давайте пройдем ивент, по сути, заново. Плюс я теперь опытная, и, возможно, у меня это получится быстрее, чем в прошлый раз. Чего надо делать? Надо набрать 10 тысяч популярности раньше, чем это сделают оппоненты. Для этого мы занимаемся перетягиванием фанатов вместо канатов. У нас есть обилки, которые толкают своих, есть обилки, которые притягивают своих, а есть обилки, которые толкают или притягивают вражеских. И еще их можно замедлять. А еще вражеские девочки упорно все в одну цель станет Лиффани. Я не знаю почему, но это очень тупо. Стан от Мистери Найт лучше всего использовать как раз на том, кому только что дали ускорялочку. Лиффани у меня встанет. Итак, мы подталкиваем в нужную сторону своих. Мы всячески мешаем жить чужим. А мне продолжают станить лифы неупорно. Так, у них зашел первый. Меня задолбали станить. О, это совсем неприятно. Зато можно выкинуть в воду. Сюда лучше зайдет стан. Mm?
А Рэйчел что-то мне совсем заперли, мне это не нравится. Что-то они в этот раз, кстати, раздуплились. В прошлый раз они просто два стана в один ход сливали в лиф. Это было тупо и бесполезно. А сейчас реально работает. Пять, шесть, семь, восемь. За это всех моих врагов замедлило. Прекрасно. Они в шоке, что за меня все голосуют. И решили мне помочь и притянуть моих товарищей. Отлично. Так они все сейчас без мувов. Ну что, я думаю, что со счетом 9-4 сейчас будет 10-4. Та-дам! Победа! Да, это получилось быстрее, чем первый раз. В общем, всем удачи в прохождении, если вы вдруг еще почему-то не прошли. Всем пока!